Всем привет! Итак, очередное видео про очередной облачный майнинг криптовалют, а именно биткоин. Такой вот сайтик, наткнулся я на него на днях, называется Eligius Mining. Такой здесь очень простенький интерфейс, но тем не менее, зато все понятно. Так, собственно, вот это вот главная страница. Далее, вот, это точная дата моей регистрации. 6 числа этого месяца в 13.20. За регистрацию вы сразу же получаете 5 ГХС мощностей. И начинаете автоматически майнить. Вот он, этот процесс здесь происходит. И здесь курс доллара, биткоина к доллару на данный момент какой. Так, эти 5 ГХС мощностей нам приносят в сутки 17 280 сатош. Ну и вот с 6 числа, да, что мне намайнило. Почему я здесь вообще зарегистрировался? Потому что минимальный вывод здесь получается 100 тысяч сатош. Ну и если посчитать путем несложных расчетов, в общем, становится ясно, что эта минималка набежит довольно-таки быстро. Вывода я отсюда еще не делал, поэтому вкладывать сюда какие-либо ваши средства я вам, естественно, рекомендовать не могу. Как только сделаю вывод, запишу сразу же видео, платит он или нет этот сайт, и тогда уже будем разбираться. Так, тут есть еще такое меню. Ну, так. Главная страница сайта, про них, это здесь инвестиционные планы, которые можете посмотреть. Ну, собственно, если будет желание, зайдете сюда, посмотрите ФАК и ПРС, не знаю даже, что это такое. И поддержка. Угу. Ну, это опять же какая-то их страница с описанием. Так, далее, что здесь? Купить мощности. Минимум 10 можно. И тут сразу же их цена. Вот оно будет стоить 1 миллион сатош. Вот здесь будет профит, который оно будет приносить в день. И так далее. Собственно, тут можете скалькулировать. Так, далее вывод. Вывод у нас минимальный, как видите. 100 тысяч сатош. Ну вот, до него я и хочу дособирать и попробовать вывести. Ну и дальше профиль, там заполняйте, собственно, ваш кошелек, данные и тому подобное. И реферальная программа. В принципе, больше здесь показывать нечего. Единственное, что осталось здесь показать, так это вывод, работает он или нет. Но это я уже покажу через несколько дней, когда набежит нужная сумма. Ну, в общем-то, если сайт выплачивает, то все довольно-таки неплохо. 17 280 сатош с бонусных 5 ГХС в день, абсолютно ничего при этом не делая, довольно-таки прилично. Вот, ссылка будет в описании под видео, так что, в принципе, регистрируйтесь, а там дальше уже посмотрим, что к чему. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь.